Родился в стране, где природа властвует над многими повседневными вещами, над технологией. В общем, в Армении природа доминирует. Вы это, наверное, знаете. Поэтому в Мурманске мне вот почему понравилось сразу. Потому что тут тоже есть такой момент. Просто по сравнению с Арменией, где тепло, тут холодно. Это такое элементарное просто различие климата, которое на меня действует только положительно. Потому что в нашем суетливом мире, где много лжи, где много лицемерия, где много технологических проявлений во всем уже, побывать где-то, где чувствуешь просто величину природы, это дает какие-то блаженные чувства. Поэтому я чувствую тут вот именно вот это. Холод для меня это не категория. Для меня категория это вот ваши вот эти холмы, вот этот снег, все это очень красиво. Говорят, тут бывает северное сияние. До сих пор я только теоретически знаю про это. Еще не довелось увидеть это природное чудо. Я чувствую тут очень комфортно. В этой среде невозможно, чтобы люди были злые. Тут все теплые, все отзывчивые, все добрые. Много позитива, вот это для меня очень важная вещь. О программе концерта, который предстоит 20 февраля вечером, на который мы приглашаем всех наших слушателей, зрителей, любителей оркестра. Насколько сложна эта программа для музыкантов, для вас и для тех, кто будет воспринимать музыку? Музыка, она всегда сложная. Любое произведение, написанное гениями, как Шостакович, как Вивальди, как Бах, оно всегда трудное для меня лично. И уверен, тут прекрасные музыканты, прекрасные. Просто удовольствие одно работать с такими музыкантами. Ну, я специально не говорю с оркестром, потому что оркестр это что-то материальное. Оркестр, ну что, оркестр что такое? Никаких чувств. А музыканты это уже энергетика, это уже, в общем, личностность. Программа Шостакович, камерная симфония, изначально написана как восьмой квартет. Ну, он был в жутчайших переживаниях, когда написал вот это произведение. У него был заказ, саундтрек к фильму должен был написать и так далее. И просто он не писал ничего. Он сидел дома, и вдруг пришло к нему в голову написать вот восьмой квартет. И это получилось что-то гениальное. Говорят, в это время у него были очень психологически тяжелые времена для него. Ну, и все это наш любимый зритель услышит и почувствует 20 февраля. Приглашаем всех.